башни Куаурт, остатки древних средневековых стен Валенчия. Они были построены Франческо Балдермар и Перикампт в 15 веке, между 1441 и 1460. Торрес Стильгатская военных, очень похож на башнях или дуги Триумф Кастель Нуово в Неаполе, названы башни Куаурт, находились на дороге, ведущей из центра города, от Плаза де ла Верхин, где находится собор Валенчия, до города Куаурт де Поблет, и были западный доступ трафика от Кастилр. Эти башни являются просто украшением. Они имеют цилиндрический завод за пределами города и скошенными или уплощенные внутрь стены. Цилиндрические снаружи гладкие, чтобы помешать их доступа. Верхний зубчатый, с террасой с гостиным. И в его нижней части литья под давлением, что вершины вниз в вертикальной стене наклонным склоне образной. На стороне, обращенной внутрь города, отображается серия остается открытым, покрытые своды, построен серебристым нервы. В центре башни, выше дверь арка появляется дыра, сводчатый, что нападение на тех, кто хочет сломать дверь. Эти стенами башни поддерживали войны за независимость с французской, правопреемство, кантонов на всей территории отеля и в испанской гражданской войны. Вы еще можете увидеть следы воздействия, вызванного пушки от войны за независимость в его толстые стены. Попугаев и других экзотических птиц, бежал из их владельцев, ниди фичада и были воспроизведены в отверстие, вызванные артиллерией его фасадов. Они были объявлены национальным памятником в 1931 году.